новшество. Теперь успешные кейсы наших экспертов будут собираться в один плейлист. Это 6-7 видеороликов. Такой многосерийный фильм с момента заключения договора в Москве или в офисе наших партнеров-экспертов до приезда в Польшу, трудоустройства, работы. На этот раз ребята из Кыргызстана Дамир и Эрнис работают на предприятии по производству мебели под Варшавой. Встретимся с ними, пообщаемся. Мы приехали в 4-й хостел, где живут ребята из Средней Азии. То есть у вас на этаже здесь две комнаты, получается, и кухня? Да. Это что за комната? Кто это здесь живет? Наша комната. Мы вдвоем Дамиром здесь живем. Так. Дамир вот здесь спит в этом кровати. И я вот в этом. Понял. Здесь, кстати, друзья, есть кондиционер. Можно кондиционер, использовать. Балкон, что там. Так, кухня. Кухня. Здесь вот сразу кухня. Так, здесь Паша, кухня. Кухня в Вьетнаме, да. Понял. И здесь еще одна семья живет. Где они спят? А, и... что здесь? А что за семья? Там семья пара, из Украины. Понял. И сейчас нет? Где они? Они уехали сейчас, нет уехали. Ага, понятно. Ну вот еще одна комната, здесь живет семейная пара. Кстати, шкафчики. Все уютно, все. Так, и туалет покажете? Кстати, мы были недавно в другом хостеле, там прям такая огромная ванна. Здесь у вас такая, ну тоже классно. Да. Все, шампуни, все чисто. Кулер, как всегда в польских домах. В общем, все нормально. Нравится здесь, вот в этой квартире? Ну, конечно, нравится. Понял, хорошо.